Привет, это Реборн. На одном из моих последних стримов мой подписчик Декстер через донатик, за что ему огромное спасибо, просил меня посмотреть ролик у Юджина, называется «Юджин, магистр магии, Игрофест». И насколько я понимаю, это ролик полностью реклама. Чего? Ну, я вроде так понял, полистал, и там везде Google Play, поэтому это, видимо, реклама. Короче, давайте посмотрим, тут почему-то на ней 2,5 миллиона просмотров практически. Охренеть. Давайте, да, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Okay. Всем хай, с вами Юджин. Здорово. И сегодня, ребят, у нас необычный день. Мы с вами не будем играть ни в какие игры, а пойдем гулять. Как это не будете? Будете. В поле, дышать свежим воздухом. Выйду ночью в поле с конем. Ну, пошли. Поехали. Красота пиксельная. А пахнет тоже пикселями. Приветствую вас, магистр Юджин. Ах, ваша мать, напугали меня. Так. Че вам надо? Мы рады, что вы снова решили вступить в наш боевой отряд, магистр Юджин. Хватит меня так называть. Да, я понимаю, на мне шикарная магическая мантия, но сегодня у меня выходной. Я вон с ребятами иду гулять. Так что сейчас я не магистр Юджин, а просто... С какими ребят? А, с нами. Просто Юджин, окей? Но вы не можете бросить нас в трудную минуту. Враги движутся к нам. Да срать я хотел. У меня сегодня выходной. Иду с ребятами гулять. Не хочу. Ну вот ты пойдешь гулять, блядь. Враги придут, нахер вас все завалят. А тебе срать. Ты что, прикалываешься, что ли? А ну давай помогаем. Что делать, понятно? И к тому же, вон, смотрите, как далеко вражеская база. Да им идти 3 дня до нас. Вот когда придут, тогда и разберемся. Но... Так надо подготовиться, они нет? Уже здесь. Всего 2 человека. Хуйня. Воу, какие здоровые, блин. По правде, они уже здесь больше часа. Мы просили их подождать, пока вы не проснетесь. Действительно. Спасибо, кстати, что подождали, ребят. Да. Вы дураки, вы могли бы завалить их, блядь, 10 раз. Нет проблем, у нас особо других дел нет сегодня. Больше часа, так почему они еще стоят? Вы должны были их разгромить. Во-во-во. Ну, вы же должны были нас прокачивать, вешать на нас крутой шмот. Без вас нам не справиться. Простите, что встреваем в разговор, но мы будем сегодня сражаться или нет? Или нам... Не, чувак, давай завтра придете, я хочу сегодня погулять немножечко с друзьями. Вот, видишь, они нас ждут. Попозже прийти. А можно вас попросить секундочку помолчать, окей? Спасибо. Окей, ладно, давайте по-быстренько с этим разберемся. Итак, какой у вас уровень? Ну, ап, стоп, не отвечайте. Да. Вы нас не прокачивали. Я вас не прокачивал, да. Значит, первый, да? Окей, ладно. Хорошо, тогда, чтобы победить, нам остается только одно. Встать в магическую стойку. Магистр Юджин. А? Что? В этой стойке вы слишком открыты. Тьфу, не может быть. Фиг кто меня ударит, когда я в этой стойке. Нет, я имею в виду, вы открыты. Снизу. Хорошо. Охуенно. Хули вы ржете, сейчас будете сами себя защищать, блин. Хватит смеяться надо мной. Так. Отношение магической мантии все потеет сильно. Каждый маг это знает. Поэтому никто и... Схерали, там же все открыто, наоборот, продувай дал, нет? С нас не носит белье под ней. Скажи ведь, а? Ты же маг. Ты же тоже не носишь. Я ношу. Я ношу. Ладно, проехали. Значит, это я такой странный, да? Окей, все, это не важно. Важно то, что пришло время применить супер-мега-заклинание. Давай. Фига себе, он кастует там. Огонь, лед, телефон. Вот теперь я могу ими управлять, да? Ну что, давайте приоденем этих бездарей. Вот ты, давай. Баран. Почему бы на тебя не напялить шлем 2-го левела? Вот, ты сразу стал сильнее. Ни хрена себе, сразу 3-й левел. Деревянный щит, который сделал из своей старой калитки. А также говнотопы моего отца. Тебе идет? Прекрасно смотришь. Не, значит, был 3-й левел. Смотри, чувак стал гораздо сильнее. О, нимфа, давай тебя приоденем. Не, наоборот, разить лучше. Я совсем этого не хочу. Вот я о том же. Мы можем на тебя надеть. Так что давай раздевай ее. Шлем? Не можем. Ты слишком маленького уровня для меня. Лошара. Да, и для этого шлема. А вот тебе... Тебе то же самое. Да, я действительно как обидно, вас да? вообще не прокачивал. Окей, шлем оставлю себе. Можем ли мы нанять... Одей! Чё-то не одел шлем. В мантии без шлема, ну некрасиво. Себе нового воина. Например, вот эту вот женщину, которая похожа на Харли Квинн. А, она так в сундуках хранится, окей. Перевозить женщин в сундуках, это интересно. А теперь настало... Это еще какой-нибудь Raid Shadow Legend, я хрен его знает. Наверное, да, не написано. А, Dragon Wars, он не знает, что пора такое. Или дать нет? Отпор пофигу. Этому отребью. Без обид, ребят. Да не, мы все понимаем. Мы все равно отребье, мы это, да, мы прекрасно понимаем. Ой. Это. Так. Ох, ну да, это как Raid. Мы метим их.
Ох, как мы месим. Только есть какие-то другие враги. Фу, мерзкие цветочки. Жуки. Фу. Убейте, убейте, убейте жуков. Фу. Отлично, молодцы. Он еще больше. И с волками фу, заодно. Какая мерзость. Но, а вон сзади клещ, он плюется в нас. Быстрее, где суперсила? Нас взяли. Их суперсила, да? А своих нету. Паутину, нет, давай, Кассандра, или как там тебя звать? Я не помню твоего имени. Залечила, молодца. Так. Продвигаемся. Что-то вам всем пиздец. Дальше. Уу! А вот и ну, ты, босса, бородач, да? Со своими друзьями. Что это за раса вообще такая? Минотавры, кентавры. Баран, в бой! Бац! Эй, и супермат. Фига себе, хорош. Как... Чего он сказал? У него боевой клич клевый. Это я... Вообще только непонятно, что говорит, да? Я его научил. Но все равно он немного фальшивит. Я явно. Да, да, мы взяли, мы убили их. Я очень нервничал. Такая дичь. Ну-ка, давайте посмотрим вот сюда, в сундучок зайдем. Давай. Может быть, там есть что? Вот бесплатный сундучушка. Сундучушка. Сундучушу чеченечка. Давай, так. Открывайся. Вот. Тяп. Ну-ка, кого это? Что это у нас такое? Хуйня какая-то. Надо персонажа. Вишенка какую-то получила. Иди вишенку как будто держит в руках, блин. Не останавливаться, а сразу контратаковать. Побежали в логово злодея. Согласны. Еще бы вы были не согласны. Гасите, гасите, а, они слабые. Больше пыли хорош в глаза. Большие и тупые, и вообще беспомощные. Вот, у нас хилка тик готова, но мы ее придержим. Нам вообще... Ну, это, конечно, придержит, у тебя почти все они целые. Не нужны суперсилы. Мы и так их дубасим хорошо. Вот. Хотя всего третий уровень, да? Нет. Подох. Итак, волна номер три. Тут главный босс. Фу, огромный паук с какими-то колорадскими жуками мерзкими. У кого дихлофос? Во, баран, атакуй, баран. Головой. Есть ты, мой бам любимчик теперь. Ей! Анальгинчик? Ей! Есть. Да мы рулим, о, левел 4. И награду 4, дали чего? Жратвы. Отлично, ну подрался, теперь можно и поесть. Я люблю, когда в награду дают жратву. Ребята, не расслабляемся, двигаемся дальше. Посмотрите, как долго нам еще идти до самого финала. Пока мы всех их не завалим. Всех их не завалим! Всех их не завалим! Что-то как-то далеко, бля, она бесконечная. Опять я здесь? Куда все делись? Дерутся, бля, без тебя. Окей. Юджин, постой. А как же мы? Как же прогулка? Прогулка? Какая прогулка? Я пошел играть. В жопу, я лучше пойду домой поиграю. Ребят, я очень надеюсь, что вам понравился этот ролик. Я очень старался. Огромное спасибо, что смотрели. И, кстати, прикольная инфа для вас. В течение месяца в Google Play проходит Игрофест, что означает месяц... Я так понимаю, там больше просто разговор, да? И даю вам... Короче, не, прикольно сделал на самом деле видосик, особенно в самом начале. Было вообще кекно, я прям поражался. Спасибо большое Юджину. Но это реклама! Непонятно чего, правда. Короче, на всякий случай скажу, чтобы вы не думали, что это реклама. Это, блядь, игра хуйня. Но ролик шикарный. Спасибо большое Юджину. Спасибо большое моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, вы знаете, что надеялось. Всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.